29 февраля в центре российской столицы закроют движение транспорта. Все из-за ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, сообщает Дептранс Москвы. Временно запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая. Кроме того, на улице Ильинка в сторону Гостиного двора и Красной площади полиция установила перекрытие. Приехать могут только машины со спецпропусками. Пройти дальше перекрестка Ильинки, Большого Черкасского и Никольского переулка без удостоверений, которые дают право прохода, нельзя. Мероприятие пройдет в Гостином дворе, расположенном на улице Ильинки. Начало запланировано на 12 часов дня по московскому времени. В Кремле отказались называть темы, которые президент затронет в обращении. Послания собираются показывать даже в кинотеатрах, в частности в сети, которая работает в 17 городах России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что послание востребовано среди зрителей.